Что захватывать надо? Убить, о, господи, убить, взорвать Убить. Пипекса, да, взорвать радио эту хрень, как он, Опель, по-моему, не Опель, Мерс, А, защитить грузовик с радио хрень, антенны, короче. да. Вам синим защитить, а нам его взорвать. Учтите, там у них танк. Зону вы выезжаете за зону, ё-моё. Ребята, там кто Да? поехал? Все правильно. Не-не-не, эти правильно, мы там правая машинка самая поехала неправильно. А так все по дороге. Да мы Там, что нам... встали? Да, пропускаем вперед, если бы. Ладно, до дороги далеко не отъезжать. Там, конечно, широкая зона, но карты верну, когда будет нормально. Это первый город, а нам в следующем городе задали цель. Но в этом городе уже враг уже может быть. Нам вообще только пустить, я сейчас убью сразу. И его снаружи надо выйти опустить, там действие. Че? Да, в городе брак может быть, но нам в следующем нужно городе взорвать, не в этом. По дороге следующий город маленький. Здесь просто сопротивление будет, возможно. На танк бы не напороться и на пушку. Все остальное, остальное хрень. Может, танк за зону уехал в темноту? Чувствую, во-первых, сгорел. Так, вот следующие дома уже там пошли, это уже наша цель. Да я вот думаю, да, остановиться здесь и посмотреть, разведать. Домику приближнись. Посмотреть, что там как. Танк подождать хотя бы. Подождите танк. Танк стоит там. Там стоит танк. Впереди, ё-моё. На 5. На 5 танк. Танк впереди на 5. На нас смотрит. Сюда танк смотрит, ё-моё. 5. Танк с нашим танком есть связь? Из будущего, привет. Алло, на 10, на 10. Давайте направо, налево перебегайте. Кто там? Воу! Сразу стёр. Чё, стрелял-то? Давай вперед поедем. Вон туда пойдем. Что, страшно? Да, я вижу, у меня ВП-шка летит. Да-да-да-да.
Так, короче, поехали, а за нами пехота пойдет. Пехота за нами пойдет, ты че? И пехота уже села налево ушла. Надо машинку выгнуть, с другой стороны пострадать. Паша, а ну че? Я, конечно, ценю, что ты решил сделать по моим просьбам миссию с малочисленной рацией. Можно было тебе дать ДВшки? Это к бутику, отойди, я машину выгнать хочу. У тебя ДВХ есть, короче. Отойди, ладони. Осторожно. Сейчас стрелять. ДВшка, блин, не той стороны. Скажи тогда, сядь, скажи, когда можно стрелять, чтобы я больше, чем надо, не выгонял. Вдруг с правой стороны там где-то. Ой-ой-ой, я застрял. Слышно ничего. Все. Еще. Там... Еще. Вот так, давай. Направо, не доврачивай. Вот так. Я вышел. Короче, слышишь? Надо до танка сбегать, скажи, что 32 пушка. На что? 32. 32 пушка. А танк стоит. Паша, можешь спросить? Выдал рацию красную. Да, я забыл вас исправить. Я хотел это сделать, но забыл. Ну, я так понимаю, у меня сейчас связи не будет. Да, наверное. Так, танк, по-моему, вражеский подбили. Да. Справа свои. Пушка на два часа. Целый?
просто умер. Да чё, надо его перевязывать. Давай, ща. Он уже не истекает, но колоть надо, полиморф. Колешь, да. Я его ранил. Ты его упал. Я видел, тут сюда РПКшник бил и хотел отлететь с зажима, а тут Гонза, блин, выскочил из-за угла. Все. Победа. О, спасибо. Победа сил русских. Американских. За всю миссию только бисмут. Ой!